Уже тысячелетия назад люди научились достигать друг друга, пересекая моря и океаны. Чтобы попасть именно туда, где тебя ждут, и необходимы порты. Из портов выросли города, и сегодня мир невозможно представить без таких мест, как Нью-Йорк, Гонконг, Марсель или Рио, Санкт-Петербург и Рига. Нас объединяет земля, дающая нам кров, солнце, которое нас греет, воздух, которым мы дышим, и вода, без которой невозможна жизнь. Рига – Балтийская метрополия и столица Латвии, самый большой наш порт и, безусловно, ворота в мир. У нас есть все – люди, природа, культура, традиции, и мы горды этим. Будем держать ворота всегда открытыми, а подворье в порядке, чтобы весь мир видел в нас его прекрасную частицу.